К сожалению, мне не получилось сделать прошлое видео, то есть я его сделал, но пока не получается выкладывать. Как видите, я убил трех персонажей, вот уворотчик, два уворотчик, да, вот третий уворотчик остался, он чарм может делать, это печально. Ну и меди-магичка, то есть из того, что осталось, два мага, да, лучники где-то здесь, раз, наверное, лучник, может быть только один. Копейщица, она очень опасная, я думаю, Айлен будет. Ну, Энгель это танк, я думаю, не сильный дамаг. Второй танк, вот Spellblade, тоже как бы опасно будет дамажить. Ну, я думаю, пора начинать. Если у меня сядет телефон, то мне придется, к сожалению, без более-менее нормального звука играть. Поэтому заранее прошу извинений, если ж так выйдет. Так, Black Mage, Grid Mag. Ну, вот здесь, я не знаю... Гринмаг, наверное, дешил и все такое будет кастовать. Я думаю, еще Шикучи все-таки ей пригодится. Так, данная мадам у нас дальность, тюнап, да, ну, чтобы атаковала. Как вариант, думал еще Рейна использовать, но он пока слабенький, прям очень слабенький. Так, Shadowrun, Sacrifice, ниндзя, да, ну, вот медленно, наверное, он будет ходить. Не очень хорошая локация у него, Шикучи. Вот здесь спорно, опять же, Spellblade, чтобы на себя агрить, либо все-таки взять того же ниндзю, Сунтэцуми. Ну, попробуем, ладно, все-таки Spellblade. Ну и вот мой состав. Конечно, можно еще и Монта взять, но тогда у меня повысится живучесть, да? Как бы, ну, я надеюсь, за счет White Mag'а повышу живучесть для Рамзы. Там, Protect, Shell, да, как бы сам на себя магический баф. И как бы монт не обязательно для меня будет. Ну и плюс мне нужно холис кастовать на ниндзю, который будет справа в углу. Если я скастану холи на него, то есть я убью. Главное, чарма еще нужно будет бояться, потому что в прошлый раз они на меня чарм использовали, и все. Мне пришлось Аяка бить автоатакой. Я, конечно, промазал. Ну, к сожалению, промазал, лучше так назовем. И вот, тогда я так... Рамзаныча поближе, я думаю, лучше. Попробую его сразу же ударить. Вот. Я хочу с правой стороны начать, потому что стрелок. Слева маги, вот смотрите, да, справа ниндзя, стрелок. Аяка, мечник мощный, да? Слева два мага, энгель, танк и так далее. То есть, если я с ними начну воевать, то это будет очень надолго. Возможно, какой-нибудь хак, лайфхак, назовем так. Если будет здесь меди стоять... Или... Давайте. Меди вперед, что ли, могу продвинуть. Стерна тоже вперед. Надеюсь, лучники его не достанут. И Аяку чуть-чуть вперед. Вот так вот. Все. Как вариант был джамп сделать для Стерна. Ну, то есть профу драгуна. У него есть баф, который повышает ход на один и дальность на один. Могу ли я убить? Видите, 18%. Это просто жесть. Ну, станем... Ну, ладно. Может быть, стоит баф кинуть? Шаут. Если будет кто-то ходить, то, возможно, попадет. Еще есть надежда на шарпшут. Но Люся не успеет походить, к сожалению. Ну, вот сюда встанем. Так, этим товарищам, ну, тоже далеко убегать не очень хочется, но других вариантов нету. Тоже у меня есть хайд. Пусть агр на него будет поменьше. Так, данная мадам. Возможно, стоило колечко для нее. Ой, видите, хит 100%. А, это Стерна показывает. Тоже, видите, 19%, да? Невысоко. Ну что, Vitalize остается. Либо на нее, ну, наверное, на Рамзу лучше. Он будет у меня пытаться доджить. Вот, все, сник атак, замечательно. Теперь бы мне добежать Аякой, чтобы кинуть холли. Но я, наверное, не смогу. Угу. Да, я сглупил. Так, на кого я могу скинуть протект? Здесь меди, до Рамзы не дохожу. Ну,
Надеюсь, меди выживет. Так, шарпшут. У меня как раз будет хватать. И шарпшут 100% попадает и убивает, да? Все. Рамзу. Я думаю, эти товарищи будут медленно передвигаться, поэтому, ну, не сильно буду. Будет с ними дискомфортно. Вот здесь, если я сделаю Таунтинг Блейд, да, то немного ударю и слишком далеко от своих персонажей отстану. Какие у меня есть навыки из полезных? Да никаких. Что могу? Ну, пусть резист маджик будет. Хотя магии никто не бьет. Ой, Найтхав как больно ударил. Так, теперь у меня, может быть, хватит на Hazard Break. Что я могу? 4500, обалдеть. Только одну. Ну и, наверное, магия. Надо ее как-то сносить, иначе слишком больно бьет. Какие еще есть варианты? Антон. И потом у меня как раз меди, наверное, сможет, да, добежать. Ну, не буду все АП тратить. Конечно, хазарбрейком лучше бы ударить по всем. Ну, хватит, не хватит, ладно. Жадность фрая разгубила, как говорится. Лучше ударю. Слишком уж мощный противник. Там маги. Надеюсь, они не скоро добегут. Меди моя, да? Ой, и лучника могу убить. Либо флэр, да, на нее. Ну, выходит так. Раз, два. Мечник будет ходить, да, мэп? Вот. Ну, кто ходит? Мечник. И лучник. Кто хуже? Ну, ладно. Придется, скорее всего, не жадничать. Ой, как замечательно. И когда она плохо, поздно бьет. Блин, столько потрачу на лучника, а потом нечем будет бить. Угу. Если бы они ходили раньше, ну лучник убьет тогда моего Рамзу. Придется так использовать, что уж поделать. Видите, блин, форсом убил вообще Стерна. Неудачно начал ходить. Ладно, а здесь остается хиляться. Экшен ордер. Ну, успеет походить. Я вообще надеялся, что я сегодня пройду. Так, что у меня Рамза может сделать? Баниш. Дабл брик, да, понизит урон. Как раз она будет ходить. Очень скоро. Ну, молодец, убил. Все, одним вредным противником меньше. Но, к сожалению, с магией проблема. Так, тут товарищ солдат, поэтому, скорее всего, его нужно либо чем-то мощным ударить. Флэр, да, посмотрим, что может сделать. Флэр почти добьет, да, и потом Рамза добьет. Либо не будем сильно тратиться. Либо вообще здесь можно было. Вот сейчас бы, да, магии сюда. Близага. А эти живущие собаки. Ладно, придется. Ну, не убью тогда. Тогда флэра. Угу. Этих я могу бить издалека. По огню более-менее нормально, да? Ну, конечно, не идеальная цель, но...
подкопить АПшки, чтобы вот этим садистик, или как у него навык называется, ну, так, куры 1200, курага, это максимум. Так, я, наверное, добью, да? Как раз добью. Там что-то 5200 или 5700 даже было. Все. Угу. Из магических рогов маг остался, да? Теперь у меня можно посмотреть, какие навыки есть, чтобы контроль использовать на них. 44 лягушка. The Shell или The Protect. А если я атакующим ударю? Ну, блин, придется так, да, наверное. Ай, блин, ура. Не посмотрел ходы. Сглупил. Так, теперь у меня Рамза может ударить Таунтинг Блейдом. Хейт ап. Так, кто у меня тут есть из противников? Мечник. Вот. Action Order. Тогда я добью его хотя бы. Минус один маг. Это очень хорошо. Так. А садистика нету, да, еще? 43. Ну, туда бы ударил бы, если бы АОЕшку, как замечательно было. Ну что, отходить остается только. Куда-нибудь сюда. Так, здесь у меня, скорее всего, ангелик. Или посмотрим курага опять, как сработает, в какой очередности. Ага, она успеет, да? Курада. Ну, более... А, назад. А если full life на Стерна? Ну, наверное, не добегу. Успею, не успею. 64%. Ну ладно, Стерн, прости, дружище. Курада у меня здесь есть. Так. А, как так? Вот это я сглупил. Ладно. Надеюсь, здесь Таунтинг Сплейд поможет. Ну как так? Я вообще, короче, не сконцентрировался, ребят. Это просто мега фейл. Просто нет слов. И сейчас, конечно, меня все убьют. Потому что... Нет. Угу, что я теперь могу сделать? Disable там, как обычно, да? Chain, так, что еще из скиллов есть? Double break. Угу. Я не знаю, как ей встать, чтобы ударить двоих. Клиншотом.
Так, маг мне не сильно опасен, я думаю. Самое опасное — это физики. Так, АПшечки поднял. Что я могу сделать? Могу сделать холи. Убью кого-нибудь? Не убью? Нет. Могу попробовать воскресить. У нее много, может быть, мне повезет. Много АП, я имею в виду. Может быть, мне повезет. Стан, ну вот проклятие какое. Пожалуйста. Ой, слово, молодец. Ва, воскресила, молодец. Есть шансы какие-то. Угу. Что я теперь могу сделать? Убью, не убью? Ну как так? Ладно, придется со спины бить, где я тут стоял тут. Придется вот так вот отойти, нет? Да что ж такое-то? Вот. Крит даже не будет. Ладно, лучше оставить АП, может что-то потом ценное будет из навыков. Даст. Энергии нету, поэтому остается только надеяться на почти добил. Отлично. Вот не было бы у Рамзы проблем. Так, здесь у меня Ангелик Грейс. Вот. Рамза выживет, да? Ну-ка, если каст какой-нибудь кюр, курага, экшен ордер. Нет, не успею, скорее всего. Ладно. Главное, чтобы Рамза ночь выжил. Лучше так где-то стоять. Вот. Она что-нибудь кастует. Ой, он что-то кастует. Наверное, это на Рамзу. Что я могу сделать на этого? Только дабл брейк остается. Вот, атака снизилась, все снизилось. И потихоньку, наверное, убегаем. Наверное, сюда. Чем дальше я буду ходить с них. А, банишь, ерунда. Ну это, ой, живи, живи, подружка. Что у меня здесь есть? Опять слипшот. Так, раз. Одного я могу убить, этого могу убить. Давайте посмотрим, кто. Энгель. Энгель тормоз, да? Значит, его не так опасно. Вот на Слоу там тоже есть персонажик. Куда она может ходить? Да никуда. Ладно. Если просто так. А, ну он ударил по 700, да, наверное. Я могу ударить, например, шарпшутом кого-нибудь убить. Маг 2000, да, урон по нему. Этому маленький. Ну, или я, допустим, наверное, лучше убью его. Может быть, выгоднее было мага добить? Это сюда, да? Теперь я могу попробовать то вот. Этого, наверное, маг убьет. Вот, сюда. Самый опасный противник из оставшихся. Нет, не сработал, да?
Что теперь может быть? Курага. Action Order. Или просто Курада какая-нибудь. Кура, Курада. Вот здесь. Саяка типа танчит у меня. Вот. Здесь я должен... не хватает чуть-чуть урона, да? Если бы крит какой-нибудь... Ну, кританиром за ночь. Ай. Ура. А этой мы можем со спины квадрипл, да, сделать. 600. 655. Либо какой-нибудь пояс. Пояс он слабенький. Тоже невысокий. Дай-ка лучше я не буду жадничать, да, по АПшке. Урон вообще ерунда. Так, я на нем могу поднять АПшку. Лучше я какой-нибудь депротект скину. У меня все равно рамза там и так далее есть. Подхиляюсь потихоньку. Кура. Курия. Вот он. Девдаун, и сейчас я буду нормально бить по нему. 237, ну пусть убил. Ну, 615 немного. Так, теперь мне нужно подлечить данную мадам, да? Я могу еще сделать почему Депротект есть, дешел уже нет. Ну, лягушечку давайте попробуем еще раз. Опять не сработало. Так, Рамзаныч встанет и будет лучше с угла что ли встать, наверное. Не помню какой был урон, мне кажется около 500 был. Так, какой я могу дешел, да, чтобы оно много-много мне дало АП, потому что у нее мало их. Ватерга, да. 20%, видите, осталось. Чё, АТП нету, беда. Вот это плохо. Ну, чё, холи что ли бить? Или... Ну, придется ждать. Ну все, башня пройдена, да? Ну не вся, конечно, там есть еще экс-квест и тому подобное. Я постараюсь сейчас 10-й экс-квест сделать, ну, отдельное видео. Все, ура. 1000 визиоров, сферка и так далее, я молодец. Я думал, что проиграю. Стерна слил быстро, ну может быть и не зря я убил Яку. Congratulations, 20-й флэш, даже сделаем скриншот. Дальше. Фу. Много экшен. Два раза, видите. Тотал убитых юнитов 13. Слишком много действий сделал. Это основное. Но все равно 528. Хотя это невысокий, как я понимаю, рейтинг. Потому что я... Ну как, потому что многие игроки еще не успели пройти. Ну видите, уже 500 с копейками прошло. Все. Начните снова сначала. Так. Ну и как я понимаю, можно продолжить вот пройти этот, допустим. И вот этот. Ладно. Попробую следующее видео записать.